Я знаю, что вы не собираетесь эмигрировать из Украины, и вы киевлянин коренной, как я, только с небольшой разницей. Но есть ли ситуации, в которых вы можете себе представить ситуацию, нарисовать ее в голове, при которой вы бы эмигрировали и покинули Украину в нынешней политической повестке? Вот смотрите, последние несколько месяцев у меня усиленная охрана. Вызвано это тем, что раздаются официальные призывы меня убить. От кого? Вот Ирина Фарион такая, и Игорь Степура, заместитель головы Кировоградской облрады. Вот они в соцсетях открыто написали, что его надо убить, хай сдохнет, як бузина, и так далее. Потом из России пошли сигналы, что перед выборами могут использовать эту агентуру из России и устроить сакральную жертву и сказать, смотрите, фашисты человека такого убили в Украине. Поэтому СБУ открыло дело о терроризме. Поэтому огромные меры предосторожности приняты. Нравится мне такая жизнь? Нет. Если, не дай бог, начнется черти что, я не хочу даже думать об этом. Ну тогда да. А как далеко или близко, по вашим впечатлениям, мы от черти что, если посмотреть на сегодня, как на точку отсчета? От черты? Да. От черты? От сегодня. Как далеко или близко мы от вероятности черти что? Ну вот, я думаю, что мы ушли от проблемы. Угу. То есть не приблизились, а ушли? Ушли от проблемы. Если Порошенко не выиграет, я надеюсь, что он не выиграет, мы от нее ушли.